Здравствуйте всем! Сегодня хочу с вами поделиться впечатлениями от пользования вот таким вот топом от фирмы Fox. Это топ Strong. Чем сказать, что он меня порадовал? Порадовал чем? Порадовал своей консистенцией, порадовал своей стойкостью в носке. Вот сам по себе этот бутлик небольшой, это бутлик на 6 миллилитров, я взяла маленький, чтобы попробовать, но сейчас я уже пожалела, что маленький взяла, нужно было взять побольше. Хочу вам сказать, что сам по себе топ довольно такой плотный, видите, как бы, вот сейчас покажу, видите, тянется. Вот сам по себе он такой довольно плотный. Запах у него, ну, такой и не неприятный, вот такой обычный запах, который не вызывает никаких негативных эмоций, нейтральный, можно так сказать. Хочу вам сказать, что за счет того, что он такой плотноватый, густой, средний где-то по своей консистенции, он хорошо ложится на ноготь, как бы самовыравнивается достаточно, можно сказать, быстро, легко. Даже те люди, которые не сильно хорошо умеют навыки покрывать ногти гель-лаком, они справятся с этой задачей с помощью того, что вот такой топ у них будет в работе, и он достаточно густой. Вот, я покрыла свои уже ноготки. Смотрите, как бы мне нравится. Вот, остался один вот этот. Я его только покрыла цветным гель-лаком. Хочу вам показать, как он будет сейчас в работе. Этот замечательный топ. Ну, его достаточно нанести с таким средним слоем. Он самовыравнивается, запечатать края, свободный край запечатать. В LED-лампе он сохнет 30 секунд, в UF-лампе он сохнет 3 минуты. Тут даже можно посмотреть на бутлике, эта информация указана. Там перевода нет, но там видно обозначение UF, LED, можно понять. Сейчас, секундочку, посмотрю. Я уже как бы уже делала маникюр с этим топом. Он проносился у меня 2 недели. Идеально. Сколов не было. Ничего. Я его... Сейчас смотрите, вот так красиво раскрывается кисть. Аккуратно придвигаю к кутикуле. И вот так вот равномерно по всей длине ногтика мы наносим на штоп, запечатываем края, уголочки. Вот переворачиваем чуть-чуть, чтобы он хорошо самовыровнялся, правильно принял правильную форму. Сейчас посмотрим результат. Ну, можно, я обычно считаю, где-то до 20. Посмотрим. Вот и все, смотрите. Идеально ложится, видите? Блик шикарный.
он что-то попало к это. Поэтому хочу сказать, что рекомендую, особенно тем, кто только начинает, так как он за плотности послушный. Вот, мастерам рекомендую. Я его пробовала так, как и со своей базой от Fox, так и с базой другого бренда Коди. Поэтому очень хороший в носке себе проявил. Так что всем пока, рекомендую. Пользуемся удовольствием.